Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Все-таки красивый у нас город. Скоро у нас какой праздник? Я в этом году решила приготовить Пасху. Самую настоящую творожную Пасху. Нет, не умею я ее готовить и ни разу не готовила. Пользуясь служебным положением и личным знакомством с шеф-поваром ресторана «Панорама», сегодня у нас с тобой будет мастер-класс по приготовлению самой настоящей творожной Пасхи. Ну что, мы сегодня готовим Пасху? Да, давай попробуем. И что нам понадобится для приготовления Пасхи? Основной продукт, конечно, это творог. Залог хорошего блюда – это хорошие качественные продукты. Мне, например, нравится продукция «Залог Калининская». Почему? Хороший творог. Зернистый. Ага. Качество творога всегда постоянно стабильное. И это очень важно для приготовления блюда. Самое главное, чтобы он был жирный. У нас желтки готовы. Спасибо тебе большое. Дальше берем венчик, растираем их, добавляем сахарную пудру. Давай я уж помогу тебе все-таки. Обязательно растворить вот здесь ванильный сахар. Половинку того, что там есть. А почему нельзя было все закинуть в одну кастрюлю, перемешать? Ну, нельзя, конечно, можно. У тебя получится вкусная, хорошая запеканка. Сейчас мы добавим сметану. Держи ложку, держи сметану. 20-процентная. Да, тоже Залог Калининская, хорошая марка. Самое главное – размешивать равномерно в одном направлении с одинаковой скоростью, чтобы белки не упали. Ну, посмотри, какая у нас самая настоящая творожная Пасха получилась. А все почему? Потому что мы выбрали правильные продукты. Залог Калининская.